накануне Дня защиты детей у нас будет проводиться прием с 31 мая по 4 июня. Ну, пока мы работаем в дистанционном режиме, по телефону, по электронной почте. Будут вести прием, отвечать на вопросы наших мамочек, наших родителей, Министерство социального благополучия, Министерство образования, администрация города, это управление образования, также пенсионный фонд, различные службы и, конечно же, депутаты всех уровней. Поэтому просим звонить, мы будем обрабатывать вопросы, работать с вашими проблемами и отвечать.